24 апреля – трагический день календаря для всех армян, для всех потомков геноцида армянского народа в Османской Турции. Моя семья родом из города Орду, и когда мне было 10 лет, мне подробно рассказали, как были убиты члены нашей семьи. Были убиты прадедушка, прабабушка, дети и женщины. Вместе с тем, я горжусь тем, что среди фидаинов, которые оказывали сопротивление турецким убийцам, были и мужчины, члены нашей семьи. Я благодарен всем народам земли, которые признали факт геноцида армянского народа. Я признателен России, признателен Франции, Федеративной Республике Германии, Соединенным Штатам Америки и всем другим странам, которые признали геноцид. Мы помним и требуем от нынешнего правительства Турции признания факта геноцида армянского народа. Мы требуем возврата наших земель, возврата нашего имущества. Царство Небесное всем святым мученикам геноцида армянского народа, Царство им Небесное.